4 Литамаки успешно работает нефтехимическое предприятие по переработке нефтепродуктов и производству каучука. Сегодня мы выяснили у горожан, знают ли они, где в республике добывают нефть и когда было открыто первое месторождение. В Дертюлях, в Нефтекамске. А в Нижнекамске, может быть, ну и в Стерлитамаке. Нефтекамск, наверное. Даже не знаю. Наверное, так он называется, потому что там нефть нашли. В Кармаскалинском районе, что-то я вижу, там качалки работают. В Стерлитамаке качают. Да, и в Ушимбае качают. Я в Ушимбае жила, там вообще нефти полно было. Ну, везде она, по-моему, есть. У нас, вот, например, в Мякинском районе тоже есть. В сторону Кумертау, за Салаватом. 50 какие-то года, 56-е, 57-е года. Первая была открыта в Туймазинском районе в 1800 каком-то году, мне кажется. В годах 60-х. Открыто было в Баку, ну это в Баку, в Ишимбае, а в каком году я не знаю. В Башкортостане первый приток нефти был получен из скважины 702 16 мая 1932 года в окрестностях деревни Ишимбаева. Сегодня на территории республики расположено чуть менее 200 месторождений, включая 4 крупнейших – Орланское, Туймазинское, Юмагушевское и Игровское.